Да, еще совсем недавно на этих ступенях таким же студентом сидел юный афроамериканец Барак Обама. А сегодня он президент США. Мы в Колумбийском университете, здесь, в городе Нью-Йорк. Статуя Обамы возвышается здесь, среди корпусов Колумбийского университета. Два выпускника подарили ее этому вузу. И теперь лев – символ спортивной команды университета. Обожают ходить в библиотеку, а главное, очень удобно сдавать взятые ранее книги. Просто подходим к ящику, где написано «Возврат книг», кладем туда книгу и все. Конечно, чтобы взять книгу, нужно пойти в библиотеку. Профессию в сфере искусства и культуры. У них даже есть свой театр. Вы видите, Колумбийский университет, школа актерского мастерства, и здесь же свои театральные постановки. Ну все прям как у нас. Университете в городе Нью-Йорк. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Спасибо, что смотрели это видео. С вами была я, Настя Настасина. Всем удачи и пока!